Союз женщин Дагестана отметил 80-летие со дня образования антифашистского комитета советских женщин. Он был создан в сентябре 1941 года под председательством героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. Союз женщин России, став правопреемником комитета, бережно хранит память о выдающейся женщине, продолжает традиции, заложенные более полувека назад. Участники встречи, которая прошла в Доме дружбы, поделились важными событиями за всю историю существования комитета советских женщин. Мы чтим нашу историю, которой в этом году исполнилось 80 лет. Комитет советских женщин просуществовал полвека, неизменно находясь в гуще событий, пройдя путь скромного звена в структуре Совинформбюро до массовой женской организации, авторитетной, уважаемой по всем мире. В завершении встречи наиболее активных участниц Союза женщин Дагестана отметили грамотами. Среди них и генеральный директор нашей телекомпании Камила Гамзатова.